В детском саду номер 155 Твери на прогулочных площадках установили новое оборудование. Игровые модули смонтированы по программе реализации предложений жителей. Основная идея состоит в том, чтобы реализовать именно те проекты, в которых заинтересованы сами люди. А тему продолжит наш корреспондент. Ранее на игровой площадке для детей из подготовительной группы отремонтировали веранду и демонтировали старое оборудование. В связи с этим возникла необходимость заменить его на новое. Поэтому руководство детского сада и родители обратились к депутату Тверской городской думы Вадиму Дешевкину для выделения средств, чтобы купить новый игровой комплекс. Дети подготовительной группы любят гулять, любят двигаться, подвижные игры проводить, но не хватало игрового оборудования. Поэтому было обращение к нашему уважаемому депутату Вадиму Николаевичу Дешевкину с просьбой о выделении финансовых средств. Народный избранник откликнулся на просьбу жителей и выделил средства на покупку всего необходимого. Для детей из подготовительной группы установили спортивный комплекс, скамейки, песочницу и бум для физической нагрузки. Ребята с радостью играют и проводят время на улице. Я решил часть депутатских средств, так называемых депутатских средств, направить вот в детский сад, в детское дошкольное учреждение номер 155 и выделил необходимую сумму. Для детишек это очень хорошо, да, вот наше подрастающее поколение. По мнению депутата, необходимо продолжать оказывать всевозможную помощь дошкольным учреждениям города, так как здесь ребята играют, учатся и развиваются, и для этого у них должно быть все необходимое. Мы должны помогать нашим учебным заведениям, да, потому что все-таки материально-техническая база, она оставляет желать лучшего. В последующем работа по программе реализации предложений жителей продолжится. На данный момент ведется прием заявок, на основании которых будет сформирован бюджет и распределены средства в 2021 году.